следующий из вас назовет любое прилагательное, которое вам придет в голову. Это прилагательное мы вставим в текст поздравления нашей имениннице и после его зачитаем. А потом, естественно, передадим ей на память. Ну что, готовы? Кто первый? Поднимайте руку. Пёсы? Хорошая. Алиса, фиксируй. Ой. Кто еще? Данила, давай. Красивая. Красивая. Лариса. Счастливая любимая. Счастливая любимая. Алиса фиксирует, не успевает. Столько желающих у нас. Так. Долгожданная. Еще прилагательные. Можно и веселые, и смешные. Прекрасная. Милая. Милая. Красивая. Красивая была уже. Еще? Замечательная. Замечательная. Еще? Игривая. Игривая. Ну еще давайте что-то веселое. Смешная, там прикольная. Загадочная. Бабушка Люда? Прекрасная. Ну, кто еще? Прикольная. Прекрасная была. Прикольная, говорят. Послушная. Послушная и богатая. Еще есть место, да? Давайте еще, дорогие гости, скорее, скорее. Ну, думаем, мозговой штурм. Озорная. Шустрая. Боевая. Боевая. О, это же интересно. Боевая. А, волевая. И боевая тоже. Это в жизни всегда пригодится. Артистичная, мама говорит. И перспективная. И смышленная. Тендитная. Тендитная. Изящная. Изящная. Милую девочку, желаем тебе оставаться самой замечательной дочкой для твоей игривой мамы и твоего загадочного папы. Пусть и дальше они также прикольно тебя любят и послушно воспитывают. То есть, чтобы родители тоже слушались, это тоже немаловажно. А твоя богатая крестная и озорной твой крестный, и озорной и шустрый крестный Андрей, пусть любят тебя как родную дочь. Пусть твой день рождения будет для тебя самым артистичным праздником в году. В общем, расти, Алиса, перспективной и смышленной девочкой. Тендитно целуем и обнимаем твои изящные гости. За это и выпьем, дорогие друзья, наполняем наши бокалы.